Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем с вами отвечать на вопрос, о чем говорится в диалоге. На лекции чтения мы будем подбирать правильное по смыслу слово в текст, а также будем находить ответы на вопрос, о чем говорится в тексте. 보기. 요즘 한국어를 공부해요? 네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요. В этом задании нужно найти правильный ответ, который подходит по смыслу к диалогу. Давайте для этого переведем диалог на русский язык. 요즘 한국어를 공부해요? Вы сейчас учите корейский язык? 네, 다. 한국 친구한테 한국어를 배워요. Я учу корейский язык у друга, либо 친구 можно перевести как у подруги. Итак, ключевое слово в диалоге будет 한국어를 공부해요. Учите корейский язык. И ответ девушки. 네, 다. Давайте теперь посмотрим на 4 выбора ответов. Номер 1. 남자는 학생입니다. Мужчина – ученик. Номер 2. 여자는 학교에 다닙니다. Девушка ходит в школу. Номер 3. 남자는 한국어를 가르칩니다. Парень преподает корейский язык. Номер 4. 여자는 한국어를 공부합니다. Девушка учит корейский язык. По нашим ключевым словам «Учите ли вы корейский язык?» «Да». Понятно, что верный ответ «정답» номер 4. 여자는 한국어를 공부합니다. 17번. 이사 도와줘서 고마워요. 비도 오는데 많이 힘들었죠? 뭐려. 짐이 많지 않아서 괜찮았어요. 집이 좋네요. 네. 지난번 집보다 넓어서 좋아요. 지하철역도 바로 앞에 있고요. Давайте переведем диалог на русский язык. 이사 도와줘서 고마워요. Спасибо за помощь с переездом. 비도 오는데 많이 힘들었죠? Дождь идет сильный, вы, наверное, устали? 몰려, ничего. 짐이 많지 않아서 괜찮았어요. Так как было немного вещей, поэтому все нормально. 집이 좋네요. Дом хороший. 네, 다. 지난번 집보다. 넓어서 좋아요. Мне нравится, так как просторнее по сравнению с домом, который был. 지하철역도 바로 옆에 있고요. И станция метро тут сразу рядом есть. То есть здесь рядом есть станция метро. Теперь давайте посмотрим на ключевые слова диалога. 이사 도와줘서, так как помогли переехать. 짐이 많지 않아서 괜찮아요. Так как было не очень много вещей, то все нормально. Затем, какой это дом? 넓어서 좋아요. Просторнее, поэтому мне нравится. 지하철역 바로 옆에. Рядом есть станция метро. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер 1. 여자의 집은 지하철역에서 멉니다. Дом девушки находится далеко от метро. Номер 2. 여자는 더 넓은 집으로 이사했습니다. Девушка переехала в более просторный дом. Номер 3. 남자는 여자의 짐이 많아서 힘들었습니다. Мужчине было трудно, так как у девушки было много вещей. Номер 4. 남자는 비가 와서 이사를 도와주지 못했습니다. Мужчина не смог помочь девушке с переездом, так как пошел дождь. Итак, мы с вами знаем по ключевым словам, что мужчина помог девушке. И мужчине не было сложно, потому что было мало вещей. И также дом девушки находится рядом с метро. И девушке нравится дом, потому что он просторнее. 정답. Правильный ответ номер 2. 여자는 더 넓은 집으로 이사했습니다.
Давайте посмотрим на лексику. Иса – переезд. Исарыл – хада переводится как переезжать. Чиби нольпта – просторный дом, либо можно перевести как просторная квартира. Чиби чопта – маленький дом, либо можно перевести как маленькая квартира. 18번 이번 주 토요일까지 장미 축제를 하는데 같이 갈래요? 장미 축제요? 작년에 가봤는데 정말 좋았어요. 올해는 장미 색깔인 빨간색 옷을 입고 가면 무료로 들어갈 수 있어요. 그래요? 그럼 만나서 같이 가요. Давайте переведем на русский язык. 이번 주 토요일까지 나 этой неделе до субботы 장미 축제를 하는데 같이 갈래요? Идет фестиваль роз, пойдемте вместе. 장미 축제요? Фестиваль роз? 작년에 가봤는데, я была в прошлом году, 정말 좋았어요. Очень понравилось. 올해는 в этом году 장미 색깔인 빨간색 옷을 입고 가면, если одеть одежду цвета роз красный, то 무료로 들어갈 수 있어요. Можно пройти бесплатно. 그래요? Да? 그럼, тогда 만나서 같이 가요. Давайте встретимся и пойдем вместе. Чтобы ответить правильно на задание, давайте сначала найдем ключевые слова. Итак, ключевые слова этого диалога. 이번 주 토요일까지 장미 축제. На этой неделе до субботы фестиваль роз. 작년에 가봤는데, девушка это говорит, она говорит, что в прошлом году была. И затем мужчина отвечает, 빨간색 옷을 입고 가면 무료. Если одеть красную одежду, то вход бесплатный. И девушка отвечает, 만나서 같이 가요. Давайте встретимся и пойдем вместе. Теперь, когда мы знаем ключевые слова и помним смысл диалога, давайте посмотрим на четыре предложенных ответа. Номер один. 장미 축제는 올해가 처음입니다. Фестиваль роз впервые в этом году. Мы знаем, что это неверный ответ, потому что фестиваль роз был и в прошлом году тоже. Номер два. 장미 축제는 이번 주 토요일에 시작합니다. Фестиваль роз начинается на этой неделе в субботу. Но, насколько мы знаем по ключевым словам, он до субботы. То есть фестиваль закрывается в субботу. Номер три. 두 사람은 장미 축제에 가서 만날 겁니다. Двое говорящих собираются пойти на фестиваль роз и там встретиться. Но по ключевым словам мы знаем, что собеседники сначала встретятся, потом вместе пойдут на фестиваль. Значит, это тоже неверный ответ. Номер четыре. 빨간색 옷을 입으면, если одеть красную одежду, 돈을 내지 않고 들어갑니다, то можно пройти бесплатно. У нас как раз было такое ключевое словосочетание, что если одеть красную одежду, то вход бесплатный. Чонгдап. Правильный ответ номер четыре. 빨간색 옷을 입으면, 돈을 내지 않고 들어갑니다. 19번 실례합니다. 혹시 김치 박물관이 어디 있는지 아세요? 잘 모르겠는데요. 길 건너에 관광 안내소가 있으니까 가서 한번 물어보세요. 아, 네. 감사합니다. 이쪽으로 가면 되나요? 네. 길 건너 은행 옆에 있어요. 거기에서 안내도 해주고 지도도 줘요. Давайте переведем на русский язык. 실례합니다. Извините. 혹시 случайно 김치 박물관이 музей кимчи 어디 있는지 아세요? Вы случайно не знаете, где находится музей кимчи? 잘 모르겠는데요. Я точно не знаю. 길 건너에 через дорогу 관광 안내소가 있으니까. Есть только туристической информации. 가서 한번 물어보세요. Идите и попробуйте там спросить. 아, 네, 감사합니다.
А, да, спасибо. 이쪽으로 가면 되나요? В эту сторону можно пройти? 네, да. Кил конно через дорогу 은행 옆에 있어요. Сбоку от банка. То есть стойка туристической информации находится сбоку от банка. 거기에서 안내도 해주고 지도도 줘요. Там хорошо объясняют и также дают карту. Чтобы ответить правильно на задание, нам нужно выделить ключевые слова. Ключевые слова в диалоге будут такими. 김치 박물관 어디 있는지, где находится музей кимчи. 길 건너에, через дорогу, 관광 안내소 있으니까, есть туристическая стойка. 길 건너, через дорогу, 은행 옆에 있어요. Эта туристическая стойка информации находится через дорогу возле банка. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 여자는 은행을 찾고 있습니다. Девушка ищет банк. Номер 2. 여자는 지금 김치 박물관에 있습니다. Девушка сейчас находится в музее кимчи. Номер 3. 남자는 여자에게 지도를 주었습니다. Парень дал девушке карту. Номер 4. 남자는 관광 안내소에 위치를 알려주었습니다. Парень подсказал местоположение стойки туристической информации. Итак, по ключевым словам мы уже видим правильный ответ. 정답. Это номер 4. 남자는 관광 안내소의 위치를 알려주었습니다. 20번. 공항에 일찍 왔네요. 비행기 시간이 몇 시죠? 1시인데 날씨 때문에 출발 시간이 늦어졌어요. 그래요? 그럼 커피숍에서 차 한 잔 마시면서 기다려요. 저는 출발 시간을 먼저 확인해 보고 거기로 갈게요. Давайте переведем диалог на русский язык. 공항에 일찍 왔네요. Мы приехали рано в аэропорт. 비행기 시간이 몇 시죠? Во сколько самолет? 1시인데, в час дня, но 날씨 때문에 из-за погоды 출발 시간이 늦어졌어요. Время отлета отложилось. 그래요? Да. 그럼 тогда кофешоп에서 차 한 잔 마시면서 기다려요. Пойдемте в кафе и подождем, попив чаю. 저는 я 출발 시간을 먼저 확인해 보고 я сначала проверю время отлета, 거기로 갈게요. И пойду туда. То есть я пойду в кафе. Давайте выделим ключевые слова. 공항, аэропорт, 일찍 왔네요. Приехали рано. 비행기, самолет. 1시, час дня. То есть самолет в час дня. 출발, 늦어졌어요. Время отлета отложилось. Кофешоп에서, в кафе, 기다려요. Подождем. Мы подождем в кафе. И потом девушка говорит 출발 시간을 먼저 확인해. Пойду проверю время отлета сначала. И 갈게요. И потом пойду. То есть пойду в кафе. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 두 사람은 공항에 늦게 도착했습니다. Оба собеседника приехали поздно в аэропорт. Номер 2. 두 사람은 커피숍에서 다시 만날 겁니다. Оба собеседника опять встретятся в кафе. Номер 3. 남자는 비행기 시간을 확인하려고 합니다. Мужчина собирается проверить время отлета. Номер 4. 남자는 1시에 출발하는 비행기를 탔습니다. Мужчина сел на самолет, который вылетел в час дня. 정답. По нашим ключевым словам понятно, что правильный ответ номер 2. 두 사람은 커피숍에서 다시 만날 겁니다. Оба собеседника встретятся опять в кафе после того, как женщина проверит точное время отлета самолета. Теперь давайте посмотрим на лексику этого диалога. У нас было слово такое «먼저». «먼저» переводится как «сначала» либо «сперва».
Например, девушка говорила 먼저 확인해 보고, сначала я проверю, а потом уже что-то сделаю. Также одна из грамматик, которая часто используется в корейском языке, это 면서. 면서 используется тогда, когда нужно соединить два действия в одно предложение. Или когда вы хотите сказать, что вы занимаетесь двумя делами в одно и то же время. Например, я смотрю телевизор, и я в это же время ужинаю или кушаю. Смотреть телевизор будет 집을 보다. Кушаю 밥을 먹는다. Если вы хотите сказать, что я ем, смотря телевизор, или я, смотря телевизор, ем, то можно как раз это сказать так. 집을 보면서 밥을 먹는다. Или 집을 보면서 밥을 먹어요. 21번 우리가 음식을 너무 많이 주문한 것 같아요. 많이 남았어요. 네, 남은 음식은 포장해 가야겠어요. 집에 가지고 가서 먹으면 맛없지 않아요? 아니요, 전 남은 음식을 자주 포장해 가는데 괜찮았어요. Давайте переведем на русский язык. 우리가 음식을 너무 많이 주문한 것 같아요. По-моему, мы очень много заказали еды. 많이 남았어요. Много осталось. 네, 남은 음식은 포장해 가야겠어요. Да, надо с собой завернуть оставшуюся еду. 집에 가지고 가서 먹으면, если с собой взять домой, чтобы поесть, 맛 없지 않아요? То будет невкусно же. 아니에요. Нет. 전 남은 음식을 자주 포장해 가는데 Я часто беру с собой оставшуюся еду. 괜찮았어요. И на вкус она была нормальная. Чтобы ответить на это задание, давайте посмотрим на ключевые слова. Ключевые слова в этом диалоге будут такие. 음식 많이 주문. Много заказали еды. 많이 남았어요. Много осталось. Затем девушка предлагает. 포장해 가야겠어요. Завернуть с собой. А мужчина говорит, 맛 없지 않아요? Невкусно же. На что девушка отвечает, 포장해 가는데 괜찮았어요. До этого я брала с собой еду, и на вкус она была нормальная. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта данных ответов. Номер 1. 여자는 음식을 주문하려고 합니다. Женщина собирается заказать еду. Номер 2. 남자는 음식을 포장하고 있습니다. Мужчина заворачивает с собой еду. Номер 3. 남자는 남은 음식을 다 먹고 갈 겁니다. Мужчина сначала все съест и потом пойдет. Номер 4. 여자는 남은 음식을 가지고 간 적이 있습니다. Женщина уже заворачивала с собой еду. Из ключевых слов мы уже знаем правильный ответ. 정답. Это номер 4. 여자는 남은 음식을 가지고 간 적이 있습니다. Теперь давайте посмотрим на лексику и грамматику в этом диалоге. 포장하다. Переводится как заворачивать. И можно сказать 음식 포장해요, а можно сказать подарок. Заворачивать подарок. 선물 포장해요. Если мы посмотрим на грамматику этого диалога, то у нас было соединение двух действий. Сначала одно действие, а потом другое действие. Это можно сделать с помощью грамматики go, 을 겁니다. Например, сначала я смотрю сериал, а потом уже буду делать домашнее задание. Первое действие – смотреть сериал. После того, как посмотрит сериал, второе действие будет делать домашнее задание. Смотреть сериал будет драма-рэль пуда, либо драма-рэль та пуда. Все досмотрю. И затем второе действие – делать домашнее задание сукчэрэль хада. Теперь давайте два действия соединим в одно предложение. Получается драма-рэль та пугу сукчэрэль хайкомнида. Я сначала досмотрю сериал, а потом буду делать домашнее задание. В этом задании нужно ответить на вопросы к тексту. Давайте переведем для этого на русский язык.
제 이름은 김돌입니다. 미녀사붓 김돌. 할아버지께서는 제 옆에 항상 친구가 있기를 바라셨습니다. 이따 할아버지께서는 바라셨습니다. Дедушка хотел. Дедушка хотел что? 제 옆에 항상, чтобы всегда рядом, 친구가 있기를, был друг. Дедушка хотел, чтобы у меня всегда рядом был друг или подруга. 그래서 숫자로 이름을 지어주셨습니다. Поэтому он дал мне имя как цифра 2. 이 특별한 이름 덕분에, благодаря этому особенному имени, 사람들이 저를 잘 기억합니다. Люди меня хорошо запоминают. 그리고 이 다른 사람들과 쉽게 친구가 될 수 있습니다. 쉽게 친구가 될 수 있다. Я с легкостью могу стать другом. 사람들과 с другими людьми. 할아버지께서 지어주신 이름의 의미처럼 Как и смысл моего имени, данным дедушкой, 제 옆에는 항상 친구가 있습니다. У меня всегда рядом есть друзья. 그래서 기억 행복합니다. Поэтому 기억 счастлив. Итак, в этом задании нужно выбрать правильное сочетание, чтобы дополнить предложение. Давайте посмотрим на предложение. 그래서 기억 행복합니다. Поэтому 기억 счастлив. Чтобы понять, почему он счастлив, давайте посмотрим также и на предыдущее предложение. Оно было таким. 할아버지께서 지워주신 이름의 의미처럼 제 옆에는 항상 친구가 있습니다. Как и смысл моего имени, данным дедушкой, у меня всегда рядом есть друзья. 그래서 поэтому 행복합니다. Я счастлив. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 아프지 않고, не болею, и. Номер 2. 외롭지 않고, не одиноко, и. Номер 3. 바쁘지 않고, не занят, и. Номер 4. 급하지 않고, не тороплюсь, и. Итак, этот человек счастлив, потому что у него много друзей. 정답. Правильный ответ номер 2. 외롭지 않고, не одиноко, и. У нас получается с вами такое предложение. 그래서 외롭지 않고 행복합니다. Поэтому мне не одиноко, и я счастлив. В этом задании нужно найти правильный ответ, который подходит по смыслу с текстом. Давайте для этого выделим ключевые слова. Итак, ключевые слова этого текста. 이름은 김돌. 이며 김돌. 할아버지 항상 친구가 있기. Дедушка хотел, чтобы всегда был рядом друг. 숫자 2. Цифра 2. То есть имя такое же, как цифра 2. 사람들이 저를 잘 기억합니다. Поэтому люди меня хорошо запоминают. И поэтому 쉽게 친구가 될 수 있습니다. С легкостью могу стать другом с другими людьми. 의미처럼, так же как и смысл, 제 옆에는 возле меня 항상 친구가 있습니다. Всегда рядом есть друзья. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 우리 할아버지의 이름은 김돌입니다. Имя моего дедушки Кимдул. Номер 2. 사람들은 제 이름을 잘 잊어버립니다. Люди часто забывают мое имя. Номер 3. 제 이름에는 특별한 의미가 있습니다. У моего имени особый смысл. Номер 4. 저는 이름 때문에 친구를 사귀기 힘듭니다. Мне сложно заводить друзей из-за моего имени. Итак, у этого человека дедушку не зовут Кимдуль. Люди часто не забывают его имя, а наоборот, помнят и запоминают очень хорошо его имя. И затем этому человеку легко заводить друзей из-за имени. То есть полностью весь текст говорит о том, какое особое имя у этого человека. 정답. Правильный ответ номер 3. 제 이름에는 특별한 의미가 있습니다. 저는 기억 오랫동안 생각만 하고 빨리 결정하지 못합니다.
Когда я киок, я долго просто думаю и не могу быстро принять решение. 결정하는 것이 어려워서 так как принимать решение одному или одной сложно. 혼자서 필요한 물건을 잘 고르지 못합니다. Я не могу выбрать нужную вещь. 그래서 поэтому 저는 친구가 옆에 있으면 если рядом со мной друг или подруга, 친구가 하는 것을 따라합니다. Я за ним или за ней повторяю, то есть поступаю так же, как он или она. 그렇게 하면, если так делать, 제가 결정하지 않아도 돼서 마음이 편합니다. То на душе легко, так как не надо принимать решения. 하지만, но 지금부터는, с настоящего момента, 제가 작은 일부터 하나씩 결정해 보려고 합니다. Я собираюсь специально принимать решения, начиная с маленького. Итак, в этом задании нам нужно закончить предложение. Давайте посмотрим, какое у нас было предложение. 저는 기억 오랫동안 생각만 하고 빨리 결정하지 못합니다. Когда я, затем пропускаем, я долго просто думаю и не могу быстро принять решение. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 마음이 편할 때, когда спокойно и на душе. Номер 2. 힘든 일을 할 때, когда занимаюсь трудной работой. Номер 3. 친구가 생각날 때, когда думаю о друге или подруге. Номер 4. 어떤 것을 선택할 때, когда что-то выбираю. Итак, у нас было, когда я долго думаю. Из этих 4 вариантов по смыслу очень хорошо подходит номер 4. 정답. Номер 4 был 어떤 것을 선택할 때. И у нас получается такое предложение. 저는 어떤 것을 선택할 때 오랫동안 생각만 하고 빨리 결정하지 못합니다. Когда я что-то выбираю, я долго просто думаю и не могу быстро принять решение. Чтобы ответить на следующее задание, нам нужно выделить ключевые слова. Итак, 어떤 것을 선택할, когда что-то выбираю, 빨리 결정하지 못합니다. Не могу быстро принять решение. Почему? Потому что 어려워서, сложно. 물건을 잘 고르지 못합니다. Не могу выбрать нужную вещь. И также 친구가 하는 것을 따라합니다. Я поступаю так, как мои друзья. 하지만 지금부터는 но с настоящего момента 결정해 보려고 합니다. Я собираюсь принимать решение. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 제 친구는 내 결정에 따라 합니다. Моя друг или подруга поступает так, как я решил или решила. Номер 2. 저는 오래 생각하지 않고 결정합니다. Я долго не думаю и принимаю решение. Номер 3. 저는 앞으로 친구와 함께 결정할 겁니다. Я впредь буду принимать решения с друзьями. Номер 4. 저는 혼자 물건을 고르는 것이 어렵습니다. Мне сложно одному или одной выбрать нужную вещь. Итак, мы знаем по ключевым словам, что этому человеку сложно принимать решения. Он также поступает, как его друзья. Но впредь он собирается принимать или она принимать решение сам или сама. Поэтому, 정답, правильный ответ номер 4. 저는 혼자 물건을 고르는 것이 어렵습니다. Мне сложно одному или одной выбрать нужную вещь. Давайте переведем на русский язык. 사람들은 결혼할 때, люди, когда женятся, 보통 많은 사람들을 초대합니다. Обычно приглашают много людей. 다른 사람들에게 결혼하는 모습을 보여주고 싶기 때문입니다. Итак, 보여주고 싶기 때문입니다. Потому что они хотят показать что? 다른 사람들에게 결혼하는 모습. Показать свою свадьбу другим людям. Либо можно перевести очень просто. Потому что они хотят показать свадьбу. 그런데, но, 요즘에는, в последнее время, 가족과 가까운 친구들만 기억. Появились люди, которые семья и близкие люди.
작은 결혼식을 하는 사람들이 생겼습니다. Устраивают маленькие свадьбы. 이런 결혼식을 하는 사람들은 люди устраивающие такие свадьбы 적은 돈으로 결혼을 준비합니다. Готовят свадьбу с малым бюджетом. 이렇게 하면서 и делая так или так готовясь к свадьбе 가까운 사람들과 함께 결혼의 기쁨을 나눕니다. Они делят радость свадьбы с близкими людьми. Давайте найдем правильное слово, чтобы закончить предложение. У нас было предложение таким. 그런데 요즘에는 가족과 가까운 친구들만 기억. 작은 결혼식을 하는 사람들이 생겼습니다. Но в последнее время появились люди, которые... Дальше идет пробел. Только семью и близких людей. И устраивают маленькие свадьбы. Номер один. 초대해서 приглашают и. Номер два. 초대해도, даже пригласив. Номер три. 초대하거나, либо приглашают. Номер четыре. 초대하려면, чтобы пригласить. Итак, в последнее время появились люди, которые что делают? Приглашают только семью, близких людей и устраивают маленькие свадьбы. 정답. Правильный ответ номер один. 초대해서. И получается такое предложение. 그런데 요즘에는 가족과 가까운 친구들만 초대해서 작은 결혼식을 하는 사람들이 생겼습니다. Теперь давайте выделим ключевые слова. 결혼할 때, когда женятся, 많은 사람들을 초대합니다. Приглашают много людей. 결혼하는 모습을 보여주고 싶기 때문입니다. Потому что хотят показать свадьбу. 그런데, но, 요즘, последнее время, 작은 결혼식, маленькие свадьбы, 하는 사람들이 생겼습니다. Появились люди, которые делают маленькие свадьбы. 적은 돈으로 결혼을 준비합니다. Они готовят свадьбу с малым бюджетом. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер один. 이 결혼식은 돈이 많이 들지 않습니다. Для этой свадьбы не нужно много денег. Номер два. 이 결혼식을 하는 사람이 많아졌습니다. Стало много людей, устраивающих такие свадьбы. Номер три. 이 결혼식에 사람들을 많이 초대합니다. На такую свадьбу приглашают много людей. Номер четыре. 이 결혼식은 보여주는 것이 중요합니다. Очень важно показать такую свадьбу. Итак, мы с вами знаем, что людей приглашают немного на такую свадьбу. Мы не знаем, стало ли много людей, которые устраивают такую свадьбу. Мы просто знаем, что стали появляться люди, которые устраивают маленькую свадьбу. Но мы с вами знаем, что нужен небольшой бюджет для такой свадьбы. 정답. Значит, правильный ответ номер один. 이 결혼식은 돈이 많이 들지 않습니다. Для этой свадьбы не нужно много денег. Давайте переведем на русский язык. 아버지는 мой папа 요리에 관심이 없어서, так как не интересовался приготовлением еды, 거의 요리를 하지 않으셨습니다. Почти не готовил. 그런데, но, 지난달에, в прошлом месяце, 어머니가 мама 다리를 다쳐서 повредила ногу, 요리를 못하게 되었습니다. И не смогла готовить. 그때부터, с тех пор, 아버지는 요리를 기억. С тех пор мой папа 기억. 아버지의 요리는 맛있을 때도 있고, блюда моего папы когда-то бывают вкусными, 맛 없을 때도 있었습니다, а когда-то невкусными. То есть блюда моего папы когда-то были вкусными, когда-то невкусными. 그런데, но, 음식의 맛과 관계없이, невзирая на вкус еды, 어머니는 항상 맛있게 드셨습니다. Мама всегда вкусно кушала. 그 후로 после этого 아버지는 папе 요리하는 것을 좋아하게 되셨습니다. Стало нравиться готовить. 그때부터 아버지는 요리를 기억. С тех пор мой папа 기억. Давайте посмотрим, какое словосочетание мы можем выбрать из 4 вариантов. Номер один. 하실 수 없었습니다. Не мог делать. Номер два. 하실 것 같습니다. Кажется, сможет сделать. Номер три. 하시기 시작했습니다. Начал делать. И номер 4. 해주신 적이 없었습니다. Ни разу не делал. Итак, мы помним, что папа не готовил, но начал готовить с тех пор,
как мама повредила ногу. Из четырех данных нам вариантов нам подходит начал делать. С тех пор мой папа начал делать или начал готовить. Давайте посмотрим. 그때부터 아버지는 요리를 하시기 시작했습니다. С тех пор мой папа начал готовить. 정답. Это правильный ответ под номером 3. Теперь давайте найдем ключевые слова в тексте. Итак, 아버지, папа, 요리에 관심 없어서, не интересовался приготовлением. 그런데 но, 지난달에, в прошлом месяце, 어머니가 다리 다쳐서, мама повредила ногу, и папа 그때부터 요리를 했습니다, начал готовить. 맛있을 때도 있고, когда-то были вкусными, 맛 없을 때도 있었습니다, когда-то невкусными. 어머니는 항상 맛있게 드셨습니다. Мама всегда вкусно кушала. 그 후, после этого 아버지 요리, папе готовить 좋아하게 되셨습니다. Стало нравиться. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 아버지는 요즘 요리에 관심을 갖게 되셨습니다. Папа в последнее время проявил интерес к приготовлению еды. Номер 2. 아버지는 오래전부터 요리 학원에 다니셨습니다. Папа с давних пор ходил на курсы кулинарии. Номер 3. 어머니는 아버지가 요리하는 것을 도와주셨습니다. Мама помогала папе готовить еду. Номер 4. 아버지가 만든 음식에 맛이 점점 좋아지고 있습니다. Вкус приготовленной еды папой стал улучшаться. Итак, по ключевым словам понятно, что папа стал готовить еду, у него появился интерес. Стала ли еда вкуснее или нет, мы не знаем. Также мама папе не помогала готовить, и папа не ходил на курсы кулинарии. 정답. Поэтому правильный ответ 아버지는 요즘 요리에 관심을 갖게 되셨습니다. Сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в выборе правильного ответа на вопрос, о чем говорится в диалоге. Для этого нам нужно было правильно перевести диалог и найти ключевые слова. Ключевые слова нужны, чтобы правильно понять смысл диалога и найти правильный ответ. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в переводе текстов и в ответах на вопросы к тексту, включая дополнение предложения в тексте верным вариантом. Чтобы все задания выполнить правильно, нужно понимать смысл текста, ища ключевые слова. Ключевые слова помогают запомнить порядок рассказа в тексте и его главный смысл. Спасибо и всего хорошего!